Умная колонка «Алия» изначально планировалась как учебный проект, однако ее потенциал оценили по достоинству уже на первых порах разработки. «Алия» будет первой умной колонкой, которая ориентирована на татароязычных жителей. Ее функционал ничем не уступает уже хорошо знакомым «Алисе» и «Марусе». В ее арсенале будет множество песен татарских исполнителей. Она сможет поддержать любой разговор, рассказать о погоде, подсказать рецепты чпочмага, а также продемонстрировать знания народных сказок. Студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникации разработали уникальный стартап-проект. Однако пока для реализации не хватает ресурсов, финансовой поддержки и грамотных специалистов. В планах это найти инвесторов либо спонсоров, которые помогут не просто деньгами, нам это мало чем поможет. Нам нужны также еще мозги. Нам нужны люди, которые еще более квалифицированы во всех этих аспектах, которые помогли бы продвинуть, создать, продать. Помочь ребятам в реализации вызвался Институт прикладной семиотики Академии наук Республики Татарстан. На сегодняшний день специалисты занимаются разработкой технической части, а именно программным обеспечением, а ребята – медийной составляющей и распространением в массы. Вот смотрите, есть медийность, есть программное обеспечение, но куда-то эту колонку надо засунуть. Какое-то техническое воплощение – и в этом сейчас мы нуждаемся. Над воплощением «Алии» в реальность трудится небольшая команда студентов второго курса Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Каждый занимается важным делом и несет ответственность за свой участок проекта. Проект-менеджер, интернет-маркетолог, режиссер и дизайнер. Все вместе и каждый по отдельности вносит свою лепту в создание «Алии». Когда мы делали медиаплан для «Алии», мы хотели использовать такие площадки, как Яндекс.Директ, то есть контекстная реклама, таргетинг в ВК, потом это реклама в СМИ и реклама в поисковой системе. Я уже отвечала за сам контент, то есть это клипы ВКонтакте, посты ВКонтакте, телеграммы, то есть у меня был текст, ребята уже там Салават, Артем, они делали картинку в дизайне, вот, также это все вместе обсуждалось, какие-то идеи не только мне приходили, то есть ребята тоже что-то предлагали. Вот, и это сам такой весь творческий процесс, в котором очень приятно было находиться. Студенческий проект – это всегда что-то креативное, идущее в ногу со временем. По словам самих ребят, «Алие» – татарской колонки аналогов еще нет. Возможно, именно она станет для кого-то новым другом, помощником и учителем татарского языка. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз.